Раис Республики Татарстан и председатель Совета научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» Рустам Миниханов поприветствовал участников и огласил повестку дня, отметив при этом, что ключевой задачей Совета является комплексный анализ и содействие реализации программы научного центра. Были подняты три ключевых вопроса – внесение изменений в состав наблюдательного совета, рассмотрение итогов реализации программы создания и развития научного центра мирового уровня и утверждение отчета за 2023 год и внесение изменений в программу создания и развития научного центра мирового уровня. По словам Рустама Миниханова, благодаря активности наших вузов в прошедшем 2023 году Татарстан поднялся на второе место в общем рейтинге научно-технологического развития регионов страны. Благодаря активности наших вузов в прошедшем году республика поднялась на вторую позицию в общем рейтинге научно-технологического развития регионов страны. Научный центр «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» с самого начала обоснованно рассматривался как исследовательская платформа международного уровня. В ходе длительной эксплуатации Рамешевского месторождения нефти научное сообщество и промышленность Татарстана приобрели уникальный опыт компетенции в области освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. В состав участников заседания вошли представители органов исполнительной власти, научно-образовательных организаций, крупных и малых нефтяных компаний. Проректор КФУ по профильному направлению Данис Нургалиев, в свою очередь, сообщил об успешной работе НЦМУ со всеми крупнейшими нефтегазодобывающими и сервисными компаниями России и других стран мира. По его словам, в 2023 году консорциум научного центра выполнил более 200 проектов. Центр успешно работает со всеми крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями и сервисными компаниями не только в нашей стране, но и за рубежом. Все наши разработки, так или иначе, проходят апробирование на объектах этих компаний. Значительные сейчас разработки мы ведем с компанией «Татнефть», малыми компаниями «Республики Татарстан». Среди наших партнеров крупнейшие компании Российской Федерации, Кубы, Китая, Индии, Кувейт, Оман и других стран. Например, в 2023 году консорциум научного центра выполнил более 200 проектов на сумму около 1,5 миллиарда рублей. Необходимо отметить, что консорциум обеспечит примерно половину ежегодного выпуска специалистов по нефтегазовому делу в стране, и около 5000 специалистов проходят повышение квалификации в университетах консорциума. Еще одним достижением минувшего года Данис Нургалиев назвал создание базы Центра производственного инжиниринга специализированных реагентов для увеличения нефтеотдачи. Далее проректор КФУ более подробно остановился на всех значимых достижениях и разработках НЦМУ за 2023 год, которые уже заинтересовали крупные промышленные компании. Раис Татарстана высоко оценил деятельность центра и констатировал факт эффективно проведенной работы. Если говорить о важности нефтегазового сектора сегодня для бюджета страны, то в 2023 году около 30% поступлений в бюджет страны, значит, это нефтегазовые доходы. На 2024 год планируется уровень около 33%. Целью научного центра является создание экономичных, экологичных, энергоэффективных технологий поиска, разведки, разработки нефтяных месторождений, а также распространение новых технологий путем подготовки, повышения квалификации специалистов в отрасли. Центр работает в следующих направлениях. Это изучение бассейнов нефтегазонакопления, разработка технологий прогнозирования нефтегазоносности с новых территорий, исследование состояния месторождений гигантов, создание новой парадигмы их разработки, а также создание эффективных технологий добычи нетрадиционных запасов. В завершение заместитель директора по маркетингу научно-образовательного центра «Газпромнефть» КФУ, секретарь Международного наблюдательного совета Владислав Судаков, доложил о внесенных изменениях в программу развития НЦМУ. По его словам, изменения в программу вносятся ежегодно в целях актуализации и конкретизации заявленных обязательств с учетом мировых трендов, развития направлений, научных исследований и потребностей предприятий. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Новости.